Мир вам, дорогие мои братья и сестры! Я пастор Леонид. Сегодня мы продолжаем наши лекции по «Возвращаемся к Евангелию». Прежде чем начать, я помолюсь. Бог Отец, я благодарю Тебя за эту возможность сегодня говорить Евангелие. Благослови меня, Господь, и благослови всех тех, кто жаждет по Евангелию. Открой их сердца, чтобы Евангелие обильно вливалось в их сердца. И пребывай вместе с нами, Духом Святым. Молю Тебя и прошу во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Дорогие мои, мы в прошлый раз закончили на концепции вера. Я говорил, что для того, чтобы хорошо стоять перед Евангелием, знать Евангелие, надо знать три концепции, три основные понятия, который включает в себя само Евангелие, вера и сердце. Сегодня мы будем говорить о сердце. Что такое сердце? Сердце – это место, где находится наша вера. В близком понимании сердце – это самое сокровенное, что есть у человека. Сердце – это наша сущность. Я буду сейчас говорить о взаимоотношении между Евангелием и сердцем. Для этого давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, глава 13, 19 стих. Я читаю. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Вы помните притчу Иисуса о сеятеле? Когда сеятель вышел в поле и бросает семена. Там говорится о каменистой почве, о почве при дороге, о поле с сорняками и о хорошем поле. Во время объяснения притчи Господь представлял семя как слово, а поле как наше сердце. Исходя из этого, мы можем с вами понять, что поле, где посажено семя, Слово Божие, это не наша голова, не наши мысли, а наше сердце. Дорогие мои, как бы ни было хорошее семя, как бы ни было хорошее Евангелие, но если наше сердце, которое является полем, не будет подготовлено, то оно не даст плоды, хорошие плоды. Для того, чтобы Евангелие стало реальностью, наши сердца должны быть подготовлены, как хорошее поле. Второе. Взаимосвязь между верой и сердцем. Для этого прочитаем послание к римлянам, глава 10, с 9 по 10 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Многие люди читают эти строки и думают, а, вот если я скажу, что я верую в Иисуса, значит, я получу спасение. У многих такая вера бытует. Это же так в Библии написано. Вот апостол Павел так говорит, если я буду устами исповедовать Иисуса Господом, а сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то я получу спасение. И так говорит, я верую в Иисуса, и я получил спасение. Но на самом деле, дорогие мои, вот время, когда писались эти стихи, это было то время, когда в Риме, если вы скажете, что вы веруете в Иисуса, то вас могут убить за это или бросить в ров со львами. Вот такой опасности они подвергались. Ну и сейчас тоже, вот мы в Америке, или вы там в Европе, можете или в Корее, в Южной Корее говорить, что вы веруете в Иисуса, это ничем вам не грозит. Но если такое признание скажете в Северной Корее или в Ираке, в Иране, то да, вы можете быть убиты, можете быть приговорены к смертной казни. Есть много историй о людях, которые под дулом пистолета, приставленного к их голове, они не отрекались от веры в Иисуса. Почему? Как они могли это сделать?
что вот даже под угрозой смерти не отрекались. Наверное, эти люди веровали всем сердцем. И поэтому вот об этом говорит 9 стих 10 главы. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, а сердцем твоим веровать, что Бог воскресил из мертвых». Всем сердцем. Дорогие мои, вера говорит об уповании от начала до конца. Это есть то, что начинаем верить от сердца. И конец веры тоже всем сердцем. Библия говорит о такой вере. Я верую в Иисуса. Даже пред лицом человека, который с пистолетом сейчас угрожает мне, если я верую, то я, это мое признание, оно до конца. Никто не может отнять у меня это признание. Дорогие мои, само наше сердце, оно никогда не может дать нам стопроцентной уверенности. Не имеет значения, как сильно мы стараемся. Потому что, когда мы придем к определенным ситуациям, мы боимся людей и становимся чувствительными к людским реакциям. Но, дорогие мои, если мы верим во что-то, всем сердцем это дает нам стопроцентную уверенность, которую никто не может пошатнуть. Надо веровать сердцем. Наша вера – быть верующим от всего сердца. Если это не так, то не имеет значения, как много раз вы говорите, что вы веруете, ничего не будет происходить. После признания того, что вы верите в Иисуса всю свою жизнь, но когда вы встанете перед судом Божьим, и вам откроется, что вы не верили всем сердцем, как это будет выглядеть ужасно и жалко. Тогда, дорогие мои, наша цель есть верить в Евангелие, которое Бог дал нам. Евангелие, через которое мы получаем спасение всем нашим сердцем. Только после этого происходит истинное преображение. Истинное изменение. Я благословляю, дорогие мои, чтобы мы с вами верили всем сердцем в то Евангелие, которое дал нам Бог. И то Евангелие полное, о котором я говорю уже, это уже 17-я лекция наша с вами. Сердце. Что говорит Библия о сердце? Давайте прочитаем притчи, глава 4, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». Тогда что подразумевается под сердцем? Библия говорит, что истоки нашей жизни приходят через сердце. То есть, проще говоря, для нас, вот, людей, которые наделены разумом от Бога, для интеллектуального существа, сердце, оно как руль направления, как штурвал корабля. Не имеет значения, какой большой величины корабль. Вещь, которая задает направление этому кораблю, есть штурвал. Вот в этом случае вещь, которая двигает личностью, есть сердце. Тело является рабом сердца. Все вещи зависимы от сердца. Объясню и покажу вам сейчас это на примере. Один человек, монах, он шел из Когурё в Силу по каким-то причинам. В пути его застал дождь, был гром, гроза, и для того, и было уже к вечеру, для того, чтобы укрыться от дождя и переспать, провести ночь, он нашел себе какую-то пещеру в горах, зашел в эту пещеру, укрылся одеждой своей и заснул. И среди ночи он захотел пить, посмотрел налево, посмотрел направо и увидел какой-то скребок такой, типа кувшина, да, что-то такое круглое. И он увидел, что вот там находится вода. Он, ничего не думая, взял это, попробовал воду, вода была сладкой. Он выпил воду и заснул. А утром проснулся. Местность, где он ночевал, это было кладбище. И он тогда начал искать, из чего же он пил воду. Оглянулся, оказывается, это был человеческий череп, из которого он пил воду. Когда он увидел это, его начало тошнить, он начал вырывать. И когда начал вырывать, тогда ему пришла такая мысль в голову. Вот
То, что я вчера пил и сегодня узнал, от этого ничего не изменилось. Вода не изменилась, она та же самая, но изменилось мое сердце. Сердце изменилось. Вот, дорогие мои, от сердца зависит все. От сердца, да? Все окружающее не влияет на меня. Влияет на меня мое внутреннее сердце. Вода не изменилась, но мое сердце изменилось. Если мое сердце изменится, то все вокруг меняется, дорогие мои. Вот это говорит о нашем сердце, самом сокровенном. Оно управляет нами. На этом я закончу сегодня о сердце. В следующий раз мы будем продолжать. Сегодня наше время вышло, и я помолюсь. Бог Отец, я благодарю Тебя за сердце, которое Ты дал нам. Сердце – это самое драгоценное, благословенное место, где находится наша вера. Я молю Тебя, Господи, за тех, кто слушает сегодня Евангелие, чтобы они принимали Евангелие всем сердцем. Если меняется сердце, центр моего сердца, то все вокруг меняется. Измени наше сердце. Евангелие меняет наше сердце. Преобрази нас в образ, подобный Иисусу Христу. Молю Тебя и прошу во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. До свидания, до следующей встречи.